В воскресенье днем на 157-м километре автодороги Ростов-Иваново-Нижний Новгород недалеко от деревни Ворожино произошло серьезное ДТП. Водитель автомобиля «Мазда», житель Шуи, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с двигавшимся во встречном направлении «Опелем» под управлением 29-летней жительницы областного центра. В результате столкновения наиболее серьезные повреждения получил сам виновник ДТП.